Всем привет! Вы на канале Мастер своего дела. Сегодня будем готовить вкусный постный салат из кальмаров. Для этого нам потребуются соленые огурцы, 3 штуки. У меня были не крупные огурчики, я порезала их соломкой. Отваренные заранее яйца, 3 штуки, я их хорошо измельчила. Лук. Лук у меня фиолетовый, посмотрите, я его очень хорошо мелко-мелко порезала. Чем мельче лук, тем вкуснее салат. Здесь одна головка. Кукуруза. Баночка кукурузы нам понадобится, любая кукуруза, какая вам нравится. Перец. Я использую красный болгарский перец, здесь 30 грамм. Вы можете использовать желтый, зеленый, какой вам понравится. Нарезаем его соломкой. Также нам понадобятся кальмары. Здесь 300 грамм. Чуть позже я расскажу вам, как отварить кальмары. Для заправки потребуется оливковое масло 1,5 столовой ложки. Чеснок 1 зубчик. Мелко-мелко потереть. Можно пропустить через пресс, как вам удобно. Лимон. Лимон понадобится не сам, а нужно будет использовать только его сок. Буквально чайная ложка. Черный молотый перец по вкусу. Горчица. Любая столовая горчица на кончике ножа. Это будет для нашей пикантности салата. Приступаем к процессу готовки. Отвариваем кальмары в подсоленной немного воде. Как только вода закипит, опускаем тушки кальмаров. Неочищенные тушки кальмаров, просто вымытые в холодной воде, даже они до конца еще не разморозились, вот вы видите, не полностью, я отправляю в кипящую воду. Вода уже немного подсолена у меня. Буду варить 3-5 минут. Кальмары уже готовы. Прошло 3 минуты, я их отключила. И сейчас вытащу кальмары из кастрюли. Вот таким образом очищаем кальмары. Все лишнее удаляем ножом. Все сверху кальмара. Счищаем аккуратно. После этого делаем небольшой надрез. Вынимаем все, что здесь есть внутри. Такое нехорошее, на взгляд. Главное вытащить пленочку. Вот такую. Аккуратненько здесь также все счищаем. И отправляем кальмар на тарелку. После этого нам останется только нарезать кальмары. После того, как мы почистили кальмары, отваренные кальмары, нарезаем их соломкой. Такими колечками тонкими. Наши кальмары отправляем в миску, в которой будем делать наш салат. Емкость сразу берите побольше, чтобы у вас вместились сюда все наши ингредиенты. Я переложила кальмары и сейчас отправлю сюда все остальные ингредиенты. Перец. Лук. Яйца. Огурцы. Вот такая красота здесь получилась. И сейчас я подготовлю соус, которым будем заправлять салат. Берем мисочку, переливаем сюда масло, отправляем сюда чеснок, хорошо измельченный, такую кашицу чеснок. Затем сюда нужно будет добавить лимон. Вот таким образом. Выдавливаем сок. И буквально вот чайную ложечку сока лимона я добавляю. Необходимо добавить горчичку. Чуть-чуть. Добавляем черный молотый перец. Немного. Достаточно. Теперь все это тщательно перемешаю. Очень ароматно пахнет наш соус. Я размешала наш соус.
ненадолго отставляю его в сторону, перемешаю все ингредиенты в миске с салатом. Я не добавила еще кукурузу, забыла ее добавить. Хорошо все размешаю до полной однородности. Уже очень аппетитно выглядит салатик. Когда он полностью будет готов, будет просто фантастика. Все, я хорошо перемешала. Остается только залить салат соусом. Сейчас все это снова хорошо перемешаем. А запах какой! Просто объедение. Салат действительно очень вкусный. Вам обязательно он понравится. Наш постный салатик готов. Будем пробовать. Дорогие друзья, наш вкусный, аппетитный, постный салат из кальмара готов. Он очень красивый. Посмотрите, какая это аппетитная вкуснятина. Я покажу этот вкусный салат поближе, чтобы вы могли его рассмотреть. Посмотрите, как он аппетитно выглядит. Я уже попробовала его. Это действительно очень вкусно. Попробуйте вы обязательно приготовить этот вкусный, аппетитный салатик. У вас обязательно получится, ведь это легко. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на наш канал «Мастер своего дела». Ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. Всем пока! До новых встреч!